Еще неделю назад на этом пустыре можно было увидеть множество деревьев. Сейчас же земля возле ручья Панери в деревне Серково покрыта сучьями, а от некогда растущих берез и лиственниц остались лишь пеньки, припорошенные снегом. Местные жители обратились в администрацию округа с просьбой разобраться, кто и по какому праву произвел вырубку. Мы выехали сюда, на данную территорию, и установили факт, что да, на самом деле здесь произошла вырубка зеленых насаждений. Отдел экологии не выдавал разрешения. В связи с незаконными действиями администрация обратилась в полицию, сотрудники которой сейчас занимаются тем, что устанавливают личность правонарушителя. Последнему грозит штраф. Будет рассчитана компенсационная стоимость зеленых насаждений и будет административное правонарушение. Стоит также отметить, что до инцидента отделом экологии округа была проведена огромная работа по очистке данного берега от мусора. В рамках муниципального контракта территория возле ручья Панери была совсем недавно приведена в надлежащий вид. Сейчас же здесь невозможно даже пройти. Под ногами огромное количество веток. Общая территория вырубки составила более 4 гектаров. Более 8 бункеров по 8 кубов. Там были, значит, отработанные покрышки, мусор. Сейчас мы видим, что, к сожалению, территорию опять превратили в ненадлежащее состояние. Помните, в случае, если вы стали свидетелем противозаконных действий, нужно оперативно позвонить в полицию. Тогда злоумышленники будут задержаны на месте, не успев совершить задуманное. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.